Давай, смотри, где твои туфли? Начинается утро, как всегда, ищем туфли. Да, Вов? А когда мы будем это... Что? Вкручивать. Вкручивать кого? Ну, вон, пакет. А, розетку? Я не знаю, это папа. А куда мы ее вкрутим? Сюда опять, что-то там не так. Эти две, эти все. Угу. А я думала, еще взял. Но... Так, я всех везу. Всем доброго утра. Да, папули нету, поэтому я сегодня опять заглушаю. С утра пораньше. Я сейчас и Антоху отвезу до автобуса, а Фоньку в садик. Нет, она же хорошо себя ведет и улыбается. Сегодня у наших родителей день свадьбы. Вот купила маме розочки, подарим. А папе вот такую вот коробушу с пирожками с горохом. Он их любит. Да, прикольная, да? Так что, сейчас подарим? Ну, приедут, что ж не приехали. Вот, так что вот такие вот маленькие сюрпризы будут. И сметану. Мы с мамой вяжем. Нет, мам, это новое видео. Вот мы сейчас опять Бестяйкина смотрим. С мамой, в общем, развлекаемся, да? Мам, это сегодня праздничный день. Да, мамуля? 33 года? Ты помнишь, как это было? Как это все начиналось? Ага. Причем мама с папой познакомились на свадьбе, да? Так же, как и мы с Сержуней. В общем, это судьба. Нет, я не хочу. Поедает пирожки, свой подарок. А, тут два всего осталось, да? Мама на цветочки поставили. Во всех ситуациях. Водичку. Поэтому каждый... У нас тут сегодня какой-то день благодарения, только мы не всю индейку запекали, а одну только ножку. Ну, такая вот была, как это, окорочок. То есть бедрышко и голень все вместе. Вид, конечно, сейчас устрашающий, но очень вкусно получилось, очень мягкое прям. Вот забрала посылку я еще с Кардамон Клуб. Нет времени пока открыть, попозже открою. Покажу, ну, тут все кондитерские штучки. Изомальт, это такой сахарозаменитель, который не вредный, не портит зубы. Вот, для леденцов. У нас такой быстренький обед. Это вот мяско я порезала и макарошки. И сделала еще салатик. Обычный наш, свежий. Пока еще есть огурцы свои. Помидоры уже покупные. И будем сейчас обедать. Сегодня в плане кружковой секции супер неудобный день, потому что Антошку я со школы забрала в 11. В 12 Гриши на шахматы. Отвезла его в 12. И вот сейчас 12:10, мы обедаем, и к часу я везу Антоху на танцы. В общем, супер неудобный день. А потом еще футбол в 6 часов и в 7:30 карате. И в 9:30 только закончится наш день. Иду развешивать белье. Слушайте, вот эти тапки стоили 399 рублей. Если честно, они так затерлись, были такие серые. Я их решила постирать в машинке. Думала, что они вообще просто издохнут, облезут, но они прекрасно пережили все, и стельки здесь где-то. Я вместе с ковриками их стирала. Один коврик уже совсем, хотя он был такой прорезиненный, уже он все тоже за 5 лет износился, надо новый покупать. И вот этот вот киевский, ну, он еще терпит. Вот прорезиненные коврики, они, конечно, супер. Потому что если намочили пол, ну вот просто вода, то они не промокают сразу сверху. Успеваешь все это вытереть. А вот этот вот тоже прорезиненный. А вот стельки тоже отстирались. Слушайте, я сейчас спасибо огромное хотела сказать тому, кто написал мне в комментариях сразу с веревки снимать белье и складывать его. Это прям теперь мой must have. И вот если погода позволяет, вот сегодня солнце, не нужно в спешке снимать белье, то я именно так и делаю, сразу его раскладываю. И это супер экономит мое время. Так что спасибо огромное. Лучше поздно, чем никогда. До меня только дошел недавно этот комментарий. Пока Антоха на танцах, я сейчас еду к Фастовым. Блин, такая красивая дорога, да? И везу им пряники. Вот этот Мишка. Ну, сейчас покажу. Так, что-то так. Как-то я его показала странно, да? В общем, Мишка поедет
пескуновку. Они едут сегодня домой к себе и отвезут пряники к дню учителя. В общем, это будет подарок учителю. Здесь надо мост переезжать. Это улица Чапаева, и тут всегда много рыбаков. Прям дети тут рыбалят, всегда сидят вот там вот, прям аж внизу, к воде спускаются. Сейчас-то никого нет, и жара. Ну, вообще, вечерами и утром тут прям много народу. Короче, не отвезла я пряники, потому что пряники не доедут туда. Виталик уже поедет с работы сразу. Ай, сейчас я сниму. Виталик сразу с работы поедет. Здесь вот этот, кто подписан на Веру Пряничную в Инстаграм, тот видел, был вот этот. Спасибо за ваш труд, Мишка, с цветами. Виталик сразу с работы поедет. Поэтому пряники не поедут в Пескуновку. Виталик не будет заезжать домой. Открыла я наконец-то посылку из Кардамон клуба. Мне так нравится этот скотчик с эмблемкой. Сейчас будем вскрывать посылочку и смотреть. Антоха мне помогает. О, видео. Что это? Это у нас глюкозный сироп. Для чего? Вот еще второй. Для... Он нужен для маршмеллоу. Дальше... Это что у нас такое? Это у нас товарный чек. Пакетики. Это надо открывать. А это что такое? Это что такое? Я раскрою. Подожди, давай я почитаю. Изомальт. Я хочу посмотреть, какое. Для карамели. Зай, это просто как сахар он. И подложки. Так, новые маркеры. Это как раз тоже для маршмеллоу. Ой. Чтобы глазки рисовать. Смотрите! Оранжевый краситель у меня не было. Смотрите! Как плохо себя видно. Заказала несколько круглых. Три получается, да, давай? Так, стой. И вот. Квадратную одну. И вот огромную. И вот эту огромную, как раз она завтра мне пригодится. Будет торт в виде двух цифр. И вот! И вот, да. Огромная тоже. Вот, да, в общем, ой, аж чайник даже включился. В общем, куча подложечек. Ну, не куча, да? Шесть штучек. Что еще? Пакетики вот такие вот. Это что здесь? Здесь изомальт карамель делать. В общем-то, и весь заказ Кардамон клуба. Мам, смотри. Мам, это мой макарон. А я тебе... А, вот твое, да. Вот мой макарон. Мы с Афоней приехали в Магнит, но Афоня там ничего не выбрал. Иди сюда, Афонь. Сейчас песня пройдет, проедет. И тут так круто, птичек столько, они так поют. Все дерево, да, как будто в птичках? Да. Ты слышишь, как они поют? Да. Интересно, слышно вам? Да. Давай мне руку. Иди сюда, глянь, вот их сколько, вот тут они сидят. Вот, вот, слышишь? Ой, на меня сейчас могут накакать. Пошли скорее от них. Ну, в садике, конечно, расскажи, поведение у нас не очень иногда, да? Давай, залазь нормально. Афонечка, покажи, что ты выбрал. Все равно заехали в люкс и выбрали какого-то дядю, тут рабочий, да? На мотоцикле и на экскаваторе.